Здравствуйте, сегодня четверг, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Кто и какую бронетехнику потерял во время рейда диверсантов в Белгородской области? Мог ли быть захвачен российский склад ядерных боеприпасов, находящийся неподалеку от границы с Украиной? Сотрудник российского пропагандистского проекта «Телега онлайн» Константин Долгов уволен за интервью с Евгением Пригожиным. Также сегодня. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме Евразес отметил совершенно разные уровни интеграции России и Беларуси и других государств, входящих в евразийское сообщество. После диверсионного рейда в Белгородской области в начале этой недели продолжают выясняться подробности того, как организована охрана границы России с Украиной. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регионе уже довольно давно действуют отряды территориальной обороны, однако они не вооружены. Вот что Гладков сказал во время своего очередного общения в прямом эфире с местными жителями. Уважаемый Максим, у нас они есть, почти 3000 человек. 7 батальонов вдоль границы тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием. Обсуждали вопрос в Грайвероне. Ну, слава богу, что было достаточно военнослужащих, этот вопрос не нужно было решать. Но ищем сейчас законные основания. Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В социальных сетях можно найти много жалоб матерей военнослужащих срочников на то, что их сыновья брошены на охрану границы с Украиной. Формально это не нарушает запрет Владимира Путина на участие солдат срочной службы в боевых действиях в Украине. Однако матери жалуются, что для защиты границы их дети обучены плохо, а воинские части, состоящие из профессионалов, из контрактников, находятся на второй и третьей линии обороны. Кстати, чуть отвлекаясь от темы, Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, согласно которым призывников обяжут сдавать загранпаспорта на время службы. Лица, призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу, должны будут оставлять заграничные паспорта на хранение в миграционном отделе МВД или многофункциональном центре. МФЦ. На передачу паспорта дается 5 дней с момента принятия решения о призыве соответствующей комиссии. Получить документ назад можно будет только после прохождения службы. Вот как комментирует эти поправки Иван Чувилаев, пресс-атташе проекта «Идите лесом», помогающего россиянам избежать отправки на фронт в Украину. Вряд ли, полагает он, призывники побегут сдавать свои загранпаспорта в МФЦ, едва получив повестку в военкомат. Все законы, так или иначе, как мы поняли, это по предыдущим поправкам, связанным с электронными повестками. Все задачи, которые они ставят перед собой, это в первую очередь добиться того, чтобы люди сидели, тихонечко ждали, когда им наконец придет повестка. В данном случае это касается, хочу подчеркнуть, в первую очередь именно призывников, и речь идет именно о них. То есть это не имеет отношения ни к тем, кто в запасе, ни к тем, кому может прийти повестка с просьбой там, уточнить какие-нибудь данные. Это разговор именно про тех, кто подлежит призыву. Это, во-первых. Во-вторых, надо все-таки еще подчеркнуть, что закон вступает в силу не сейчас, он вступает в силу только через полгода, через 180 дней. То есть нынешние призывники, попадающие под весенний призыв, они под этот закон еще не подпадут. Когда начнется осенний призыв, он еще не вступит в силу, если посчитать. А когда он вступит в свою финальную фазу в декабре, Он уже вступит в силу, поэтому вполне возможно, я думаю, что как бы можно ждать, что этим законом будут на тот момент пользоваться, во всяком случае. Еще там не прописаны особо никак, не прописаны санкции. А что произойдет, если ты не пойдешь туда? Это во-первых. Во-вторых, простите, имеется в виду не 5 дней, все-таки надо подчеркнуть, с момента, когда человек повестку, например, получил, а 5 дней с того момента, когда принято решение призывной комиссии. То есть это еще такой срок. Безусловно, человеку делать больше нечего, кроме как ходить в МФЦ и в миграционную службу сдавать свой загранпаспорт. Война идет, его в армию призывают, склоняют к подписанию контракта.
Непонятна его дальнейшая судьба, возможно, его жизнь кончена, но, конечно, самое главное, что от него требуется в данный момент, это не забыть сходить в МФЦ. Мнение пресс-атташе проекта «Идите лесом» Ивана Чувилаева. Но вернемся к событиям в Белгородской области. Сегодня в телеграм-канале Русского добровольческого корпуса появилось новое видео из села Глотово, которое диверсанты некоторое время удерживали во время своего рейда в начале недели. Видео записано на фоне здания местной почты. Представители РДК намекают, что снова проникли в село, на этот раз тайно. Но когда было записано это видео, сегодня или раньше, непонятно. Участники рейда в Белгородской области опровергают заявление Министерства обороны России о том, что они были разгромлены и потеряли до 70 человек убитыми. Раньше русский добровольческий корпус и Легион Свободы России вообще отрицали потери, потом заявили о 2 погибших и 10 раненых. В Сумской области состоялась импровизированная пресс-конференция для журналистов, на которой была продемонстрирована бронированная машина, отбитая у российской армии. Вот что сказал, стоя на ее фоне, командир РДК Денис Капустин. Наш основной трофей, разумеется, стоит за моей спиной. Помимо что этого, это БТР, БТР-82А. Он на ходу, как вы видите, в нормальном состоянии. Стоило большого труда закрасить все зетки на нем, перерисовать, но мы справились. Отказавшийся представиться по имени, но заявивший, что он родом из Новосибирска, боец РДК с позывным «Фортуна», так рассказал о захвате этого бронетранспортера. Садишься в БТР, включаешь массу, заводишь, едешь. Все. Он брошенный стоял? Нет, он не брошенный. Там были ангары с русской техникой. И мы начали его забирать просто. И все. Удалось забрать только БТР? Официально только да. Давайте так. Многие обратили внимание на то, что в рейде на Белгородскую область диверсанты использовали и технику американского производства, при том, что представители администрации США часто заявляют, что предоставляют вооруженным силам Украины оружие для использования только на украинской территории. Командир РДК Денис Капустин объяснил наличие американской техники в распоряжении его корпуса тем, что эти машины переходили из рук в руки во время боев в Донбассе. Версия выглядит, безусловно, очень спорной, и проверить правдивость слов Капустина в условиях войны возможности нет. Но давайте все-таки его послушаем. Есть достаточно американской техники, которая была добыта в бою в Бахмуте российской стороной. Она переходит из рук в руки. Поэтому таким вещам не стоит удивляться. Да, те же броневики можно купить на черном рынке, на частном рынке. То есть это не является чем-то там супер-сверхсекретным. Это был командир РДК Денис Капустин. Министерство обороны России, рассказывая о якобы разгроме группировки диверсантов в Белгородской области, опубликовало многочисленные снимки и видео разбитой и уничтоженной бронетехники, которую диверсанты использовали. Некоторые из этих снимков вызывали сомнения. В частности, машины иногда выглядели слишком чистыми, их расположение наводило на мысль о постановочных снимках. Действительно ли это так, я попросил рассказать своего коллегу по русской службе радио «Свобода», журналиста-расследователя Сергея Добрынина. Сергей, очень много, что, в общем, естественно, противоречивой информации сторон о том, сколько техники было потеряно, сколько было захвачено и так далее. Я знаю, что вы подробно изучали все видео и фотоматериалы, которые есть в распоряжении. Давайте говорить именно о бронетехнике, о какой уничтоженной технике или захваченной технике можно говорить с уверенностью. По имеющимся видео и фотографиям можно более-менее оценить, сколько у русского добровольческого корпуса было техники в колонии до начала рейда, и какая это была техника. Во всяком случае, известно, что там было не меньше 4 бронетранспортера «Макс-Про», там было 3 бронеавтомобиля «Хамви» 2 разных модификаций, там был польский бронетранспортер «ЗИГ-2», там была украинская бронемашина «Крас-Кобра», и еще какое-то количество легковых пикапов. Может быть, было что-то еще, потому что понятно, что на видео могли попасть не все машины, но это то, что точно-точно видно. Дальше у нас есть видеоматериал, который показало Министерство обороны и напрямую, и через свой телеканал «Звезда». Естественно, мы по умолчанию не можем этим материалам доверять, но при этом на одном из кадров виден удар по КПП «Грайворон», удар, нанесенный российскими вооруженными силами, на котором ракета или бомба попадает в место, где стоят 3 машины, в том числе «Крас-Кобра», 1 «Хамби» и 1 пикап. После этого на видео показан телеканал «Звезда», где стоят несколько разбитых и брошенных машин, все в одной куче более-менее. Видно как раз разбитая «Хамби», как раз такой модификации, разбитая «Крас-Кобра».
Там же стоит еще два автомобиля «Хамви», которые достаточно странно расположены. Они как бы наполовину свалившиеся в какие-то канавы. При этом у них чистые колеса, у них не испорчена передняя часть. И было очень много сомнений о том, что эти джипы выглядят слишком чистенькими и целенькими для того, чтобы они вот ехали через канавы и там бы застряли. И действительно, у нас тоже по этому поводу были сомнения, по поводу этих двух машин. Но вчера появилось анонимное, впрочем, интервью, как представляется, бойца, участвовавшего в этом рейде, который сказал об этом рейде «Новой газете», и он прямо заявил, что действительно это наши машины, они ехали по деревянным мостикам через окопы в районе КПП и провалились. В принципе, это объясняет, почему они такие чистые, почему они так странно стоят, почему они целые, то есть они не въезжали в эти окопы там с разбега, они просто ехали по мостикам, мостики сломались. Это объясняет, почему они так стоят, поэтому это выглядит, во всяком случае, тоже правдоподобно. Так что, в целом, все потери, которые показало Российское министерство обороны, при всем к нему недоверии, ну, они могут быть действительно реальными. Особенно учитывая, что РДК, русский добровольческий корпус, когда он показывал технику, которая у них осталась после выхода с территории России, у них осталось два МАКС-ПРО и бронетранспортер, который они взяли в качестве трофея. То есть все остальные машины, которые, как утверждает Минобороны российской, были потеряны, действительно, они не показали. Но при этом я подчеркну, что достоверно, можно сказать только про одну потерю, абсолютно достоверно, это одна из машин МАКС-ПРО, у нее характерная окраска, у нее руна ТИВАС на передней дверце, она, видимо, была просто брошена бойцами РДК, я не знаю, может быть, застряла в болоте или что-то еще, но на ее фоне фотографировался генерал Лапин, показали, как ее отвозят куда-то вглубь России, то есть эта машина действительно была в колонии 100%, и она точно была потеряна. Остальные, ну, мы оцениваем, что в большой вероятности тоже были потеряны, в общей сложности 7 единиц бронетехники и как минимум один легковой пикап, но на 100% гарантировать этого я не могу. А потери российских войск? Показан был на нескольких видео один БТР. Этот БТР, как мы понимаем, он стоял как раз возле КПП и был в самом начале этого рейда просто брошен российскими войсками. Там вроде бы было два БТРа, второй неизвестно удалось ли завести, фотографий никаких его не было. Один точно был. Кроме этого, съемки в Белгородской области, которые были сделаны уже после окончания рейда, на некоторых кадрах видны два сгоревших автомобиля «Урал», военных, видимо, и одна противотанковая пушка очень старого образца, Т-12, по-моему, называется. Скорее всего, это тоже то, что было потеряно российской армией в ходе этого рейда. Если возвращаться к потерянной технике РДК, там, насколько я понимаю, была бронетехника американского производства, про которую сейчас говорят о том, что она была в свое время потеряна ВСУ во время боев за Бахмут, кажется, а потом была отбита. Насколько можно доверять таким данным? Я, честно говоря, про это ничего не слышал. То, что техника американская действительно была на территории России и под управлением РДК, кажется, это никто не скрывает. Это подтверждается многочисленными фото и видеосвидетельствами. Собственно, они сами показывали колонну, которую они строятся в боевым порядком для того, чтобы ехать на этот рейд, где вся техника стоит. Она, безусловно, есть. Откуда она у них взялась? Я не слышал истории про то, что она была кем-то там обратно отбита, не могу сказать. Но никто, ни украинские вооруженные силы, ни ГУР, ни сами РДК, они не дают прямых комментариев о том, каким образом техника попала к ним. Со мной в студии был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин. Продолжает активно обсуждаться и тот факт, что вблизи границы с Украиной в Белгородской области находится довольно крупный склад для хранения ядерных боеприпасов, а потому диверсанты, которые долгое время так свободно передвигались по области, могли его захватить. Старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг, отмечает, что этот объект, известный под названием «Белгород-22», хорошо охраняется и укреплен, а потому такой вариант развития событий является крайне маловероятным. Вот как Павел Подвиг описывает этот объект. Хранилище в Белгороде — это один из объектов хранения ядерных боезарядов, один из 12 так называемых хранилищ центральных, которые называются еще иногда объектами С, которые хранят боезаряды для ряда других хранилищ, которые уже приближены к, собственно, средствам доставки, к тем частям, которые должны доставлять ядерные боезаряды. То есть рядом с самим этим хранилищем никаких военных частей, которые могли бы эти боезаряды применять, строго говоря, нет. Предполагается, что в случае приведения ядерных сил в повышенную степень готовности, ядерные боезаряды с такого рода хранилища будут перемещены ближе к средствам доставки, и там уже, соответственно, будут приводиться в более высокие степени готовности. Но в моем представлении, например, если мы говорим об авиационных бомбах,
то вот они там хранятся в полностью собранном состоянии, в контейнерах, которые создают условия для безопасного хранения, и обслуживаются там на месте. Но только вот в случае, если будет принято решение о, опять же, приведении войск в соответствующую степень боевой готовности, эти контейнеры увезут, собственно, уже ближе к той базе, на которой эти бомбардировщики, которые их предназначены для их доставки, расположены. Хранилище довольно большое, там 6 бункеров. Оно, понятно, создавалось еще в советские времена. В советские времена, понятно, количество боезарядов было гораздо больше, чем их существует сегодня. Можно сказать точно, сколько там, ну, можно предположить, что, ну, как минимум несколько десятков, может быть, да, там хранится. Но сколько точно, мы не знаем. Там существует военная часть, которая обслуживает хранилище, охраняет, обслуживает боезаряды, если там боезаряды находятся. Нельзя исключать того, что хранилище стоит пустым, но при этом военная часть, она существует, она активна, там есть следы ее деятельности, можно видеть в телеграм-канале 12-го главного управления Министерства обороны, так что оно поддерживается в рабочем состоянии. Но опять же, это не обязательно говорит о том, что там реально боезаряды находятся. Вполне возможно, что они были выведены оттуда еще до начала вторжения, хотя точно здесь сказать ничего нельзя. Какие-то передвижения, которые могли бы говорить, например, о вывозе или о ввозе боезарядов, они могли бы быть замечены. Я думаю, что они были бы замечены. Я уверен, что эти хранилища находятся под наблюдением. И я думаю, что если бы какая-то активность происходила, то, ну, так или иначе, мы бы об этом знали, хотя бы по выражению озабоченности со стороны западных стран. Такого выражения нет, поэтому, я думаю, с большой уверенностью можно говорить о том, что никаких движений там не происходило. Охрана и оборона такого рода объектов – это одна из задач вот тех частей 12-го главного управления, которые обслуживают эти объекты. Они, известно, что эти войска уделяют очень серьезное внимание как раз защите объектов и защите вот изъяренных им ядерных боезарядов. И сами хранилища, естественно, оборудованы всеми системами обороны, не говоря уже о том, что, собственно, бункеры, в которых хранятся боезаряды или могут храниться боезаряды, это укрепленные сооружения, которые на самом деле разрушить прямым попаданием исключительно сложно. Поэтому я думаю, что вот такой угрозы захвата такого объекта, я думаю, что такой угрозы на самом деле не существует. Говорил руководитель проекта «Ядерные силы России», старший научный сотрудник Женевского института исследований ООН в области разоружения Павел Подвиг. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министры обороны Беларуси и России на встрече в Минске подписали документы о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили, цитата, «военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами». О размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси объявил российский президент Владимир Путин в марте этого года. По его словам, к 1 июля должно завершиться сооружение хранилища для этого оружия. Соединенные Штаты и страны НАТО осудили решение российских и белорусских властей о перевозе российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси. Замечу, что вчера на сессии Евразийского экономического форума в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Россия и Беларусь создали, цитата, «уникальный прецедент в мировой политической истории по формуле «две страны, одно государство». Упомянул Токаев и о ядерном оружии. Владимир Путин явно этим словам рад не был. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему.
говорил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Токаев уже не раз ставил публично Владимира Путина в довольно неудобное положение, в частности, на столь любимом президентом России экономическом форуме в Петербурге в прошлом году. Он открыто говорил, что Казахстан не будет признавать государственный суверенитет так называемых ДНР и ЛНР и назвал их квазигосударственными образованиями. Что заставило Касым Жомарта Токаева сказать то, что он сказал вчера в Москве? Я беседую на эту тему с обозревателем корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирхатом Шерибжаном. Токаев неожиданно довольно, как мне кажется, заговорил о разном уровне интеграции внутри ЕАЭС, упомянул о ядерном оружии. С чем это связано? Это какие причины вот такого рода заявлений? Тут надо учесть, что Токаев очень опытный и квалифицированный профессиональный дипломат, и поэтому то, что он сказал, можно интерпретировать по-разному. Я думаю, что основная его задача была огородиться от этого всего. То есть, представляя страну, которой он управляет, Казахстан, которая входит в Евразийский экономический союз, где две страны, два члена сейчас вовлечены в войну, которая не поддерживается, наоборот, вызывает опасения во всем мире, и многие страны оказывают поддержку слабой стороне Украины. То есть он пытается показать, что вот он, как бы его страна, она хоть и входит в Евразийский экономический союз, но она как бы ни в одной упряжке в вопросе ядерного оружия. И вообще она не так интегрирована, как интегрирован, скажем, Беларусь, интегрирована в Россию, где у них даже оружие. Там он подчеркивает, я извиняюсь, даже одно оружие ядерное на двоих. Вот такие моменты, я извиняюсь, очень дипломатичные. И некоторые предложения сказаны с таким сарказмом, с усмешкой. И с другой стороны он противопоставляет Евразийский экономический союз союзному государству Россия, Беларусь, отгораживаясь от того, что делает Лукашенко и Путин. Ну, Путин в основном, а Лукашенко вынужден это делать в отношении Украины на сегодняшний день. Кому предназначены вот эти заявления? Это внутренняя казахстанская аудитория, мировое сообщество, Китай или другие партнеры по Евразийскому экономическому союзу? Это адресовано всем. Вот в том-то и заключается искусство его вот как дипломата. Это заявление адресовано оппозиционным кругам, которые все еще есть в Казахстане. Есть очень много критиков казахского правительства. Очень много критиков Токаева вообще, вот особенно в связи с тем, что произошло в январе прошлого года. Многие требуют от него ответов и так далее. И чтобы как бы убрать эту критику, что вот он может сказать, вот это обращение еще и для мирового сообщества. И как я уже сказал, чтобы показать, что Казахстан не входит в эту коалицию Беларусь-Россия, то, что сейчас признано военным преступлением, нарушением устава ООН, значит, нападение на соседнюю страну. То есть Казахстан в этом не участвует, хотя Казахстан сейчас в последнее время и другие страны, входящие в Евразийский союз, и даже не входящие страны Средней Азии, их обвиняют в том, что они помогают России обходить санкции, покупаются, значит, корпорациями в этих странах какие-то элементы, необходимые для вооружений, военных технологий сегодняшних, которые используются в войне против Украины и так далее. То есть это вот адресуется и мировому сообществу, и также, по большому счету, адресуется и членам Евразийского союза. Показываем, что можно, в принципе, что-то говорить что-то, что не нравится Путину. А Путину это не понравилось. Вот если вы наблюдали за тем, как он отреагировал, особенно когда Токаев сказал вот эту фразу последнюю, я извиняюсь, и ядерное оружие на двоих, Путин, в общем-то, побледнел там, он очень сильно, ему это не понравилось. То есть Казахстан пытается, хотя это ему удается очень трудно, ну, я имею в виду Токаев, пытается показать, что он играет какую-то такую немножко свою роль, независимую, вот пытается прислониться к Китаю. Я думаю, что вот это заявление, вот это его такой выпад на вот этом собрании, все-таки был возможен в связи с тем, что вот недавно прошла вот эта знаменитая историческая встреча, саммит в Китае, где Си Цзиньпин встречался с лидерами 5 центральноазиатских государств. И, ну, мы знаем, что в Китае это очень важно. На всех их заседаниях Токаев сидел по правую руку о Си Цзиньпине, заметили ли вы. И вообще Токаев приехал первым в день своего 70-летия, и вот встреча Си Цзиньпина и Токаева, она была, в общем-то, особой, она была другой. Она была, ну, гораздо более, ну, я бы сказал, весомой или теплой, или гораздо более обсуждаемой и освещаемой в китайских медиа, если вы следите за китайскими медиа.
То есть вот тут много моментов, и я бы сказал, что Токаев, ну, несмотря на все минусы, конечно, его, он все-таки остается очень серьезным и опытным дипломатом, и он хорошо подготовился, в общем-то, и заявление его, оно, ну, великолепно, я бы сказал, с точки зрения дипломатии. Моим собеседником был политический обозреватель корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Мирхат Шерибжан. И еще об одном. Сотрудник российского пропагандистского проекта «Телега онлайн» Константин Долгов сообщил сегодня о своем увольнении за вышедшее вчера интервью с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Я и мои коллеги его вчера и сегодня обильно цитировали. Напомню, что Пригожин в этом интервью критиковал Министерство обороны, называл российскую армию второй после ЧВК «Вагнер», говорил о том, что так называемая специальная военная операция провалилась и привела к укреплению мощи и к росту профессионализма вооруженных сил Украины и вообще сделала Украину известной во всем мире. Пригожин также намекал на возможность массовых выступлений тех, кто участвовал в войне, и родственников погибших в этой войне, недовольных ситуацией в России. И вот сегодня Константин Долгов был уволен и, как он уверен, после звонков сверху. Сегодня вечером должен быть очередной эфир стрим-шоу «Телега онлайн», но меня там не будет, потому что меня уволили из проекта за интервью с Евгением Пригожиным. Уволили буквально на следующий день. Вот вечером вышло интервью, на следующий день, на следующее утро мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются. И прямым текстом сказали, что это из-за того самого интервью. Этот кружочек наверняка сейчас удалят. Удалят те, кто меня уволил, а все подробности этой постыдной и мерзкой истории я расскажу на своем телеграм-канале «Говорит Долгов» уже скоро. Всем пока, отчаиваться не надо. В своем телеграм-канале в письменной форме Константин Долгов более подробно высказался о своем увольнении, и вот одна цитата. «Так не получится, ребята. В России, слава богу, и благодаря президенту существует свобода слова. Не думаю, что Владимир Владимирович обрадуется, узнав, что ведущего «Телеги онлайн» уволили за интервью с триумфатором Артемовской и героем Российской Федерации». Конец цитаты. Ну что ж, посмотрим. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».